В интернете появилось видео, распространенное предположительно группировкой «Исламское государство», на котором с угрозами Запада выступают 9 боевиков, совершивших теракты в Париже. Кадры были сняты еще до ноябрьских атак и выложены в сеть только сейчас. Помимо заявления, поставленной на колени Франции, и обещания убивать и впредь граждан стран-участников антитеррористической коалиции, в частности Великобритании, в видеоролике показано, как исполнители парижских атак казнят заложников Сирии. На других кадрах, распространяемых в интернете, показаны продолжающиеся бои в Сирии. Как утверждается, боевые действия ведутся в провинции Алеппо между армией Башара Асада и группировкой «Исламское государство». В провинции Хомс, как сообщает Рейтер, против «Исламского государства» бои ведет не только сирийская армия, но и российские военные, обстреливающие радикалов с вертолетов. В воскресенье Дамаск объявил, что правительственные силы смогли отбить за 2 дня 120 километров территории в провинции Латакия. Бои продолжаются на фоне готовящихся в Женеве переговоров по сирийскому урегулированию, которое первоначально планировалось начать сегодня.